Куда глаза не глядят. Первое в России тревел-шоу, которое ведет незрячий человек. Блогер из Екатеринбурга приехал в Казань для съемок одной из серий своего шоу. В спортивном комплексе Москва Казанского университета блогер попытал себя в борьбе кареш. Все подробности со съемок проекта в сюжете Энжей Минибаевой. Проект «Куда глаза не глядят» создан на грантовые средства Института развития интернета. На данный момент планируются съемки 10 серий. Казань – 4-й по счету город. С одной стороны, это тревел, то есть люди, которые смотрят проект, им интересно, потому что они узнают много нового про места, о которых вроде они слышали, но, может, чего-то не знают. Это с одной стороны. А с другой стороны, это такая невероятная возможность посмотреть на мир глазами слепого человека. То есть не просто на мир, а на конкретный город. Посмотреть, как пахнет Казань, какая она на вкус, на звук и на ощупь. Это основные цели, которые преследует Владимир. По его словам, только так он может воспринять город. В спортивном комплексе он ощутил город через национальную борьбу кареш. Борьба для меня вещь не новая, но на поясах первый раз. И это сначала казалось достаточно скучно, когда может только держаться тебя за пояс. Но когда мы уже непосредственно в схватке, выяснилось, что там целая стратегия, тактика. Мне повезло, что у меня был такой тренер, соперник, который не только бег кидал, но и учил. И это, конечно, интересно. Ильнар Хасантьянов, старший преподаватель общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Казанского университета, не просто показал некоторые техники борьбы Владимиру, но и поборолся с ним вслепую и отметил, что для первого раза в борьбе кряж он проявил себя очень даже хорошо. Отметим, что проект можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале «Вова поехал». Энжи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.